Сыновья Баруха – это те, которые пользуются его методикой, реализуют ее на себе, ощущают или пытаются ощутить, что именно он их ведет. Значит, он для них как бы является и учителем. Он является учителем. Естественно, он, а не я. Я лишь раскрываю его материалы, я немножко объясняю, но, в принципе, влияет на всех на нас его материал. То есть вы как бы считаете себя таким проводником к вашему учителю, да? Некоторым проводником. В принципе, я хочу указать на него все время. Группа людей, рассредоточенных по всему миру, на разных языках, с разными, естественно, природными склонностями и ментальностями, которые изучают труды Балясулама и Рабаша и пытаются реализовать их. Балясулам пишет об этом в своей главной статье в Арвут, в поручительстве. Главная реализация каббалы, она должна быть не в народе Израиля, а вокруг, во всем мире. А народ Израиля является здесь всего лишь проводником. В принципе, вся Тора дана для того, чтобы привести весь мир к Творцу. Все это разорванное творение. Цель группы Бней Барух заключается в том, чтобы раскрыть на себе и раскрыть всему миру пример объединения всех людей в одно единое целое, в котором бы раскрылся Творец.